Ну что, русские, начинаете уже понимать, что Украина и Россия это не одна страна? И русские с украинцами это не один народ. Потому что украинцы свободны. В нашем гимне мы поем, за нашу свободу мы и душу, и тело положим. А вы, а вы терпилы, вы рабы одного человечика. Но если раньше вам за ваше рабство хотя, хотя бы платили хорошие деньги, то сейчас и машины закончатся, и деньги закончатся, и качество жизни закончится, а вы так и останетесь рабами. А мы выстоим. Украина выстоит. И росквитне. Но только вы этого уже не увидите. Вас просто не выпустят. Никуда. Добро пожаловать в Северную Корею, твари.